Всем привет, с вами Скорпион. Мы продолжаем играть в Biohazard. Продолжаем битву с Краузером. Так, отлично. И вот мы уже дошли до того момента, где... И, собственно говоря, и увидим истинное лицо вот этого зараженного Краузера. Так, давайте приготовим. 10 здесь есть. Так, травинушку смешаем, естественно. Так, ну все у нас тут замечательно. Здесь заряжено, здесь заряжено. Здесь 65 более чем достаточно. Здесь все замечательно. Давайте подготовимся. И в бой. Так, тут сразу возьмем второй фрагмент. И вот оно счастье. Двое убиты, остался еще один Краузер. Мы еще посмотрим. Сейчас я покажу тебе силы. Ты ее полностью потерял, Краузер. Приготовься к смерти, Леон. Ну вот тут у нас таких будет эпизодов, не знаю, достаточно. Ну короче, это... Так, зараза, а такой? Так, мы перезарядились, и нам неплохо бы подлечиться. Потому что следующий удар, наверное, будет, скорее всего, смертельный. Давайте вот этим вот флакончиком. Так, не жалеем здесь вот, конечно же, этого добра. Потому как это, ну, самый быстрый способ его замочить. А время игра против нас, блядь. Маленечко не то и не так. И опять не то и не так. А, хорошо, именно вот эта вот вторая комбинация, она как-то для меня не то чтобы неприемлема. Вот, отлично. Все. Не знаю, кто может считал, сколько я нанес ему выстрелов, то есть попаданий было. Так, у меня меньше 2 минут, чтобы здесь все обобрать и сдриснуть. Так, проверять вообще некогда, нахрен ты пошел. Так, давайте пойдем сюда. И сюда, соответственно, вставляем наши 3 кусочка. Чего-то не хватает. Ну да вы что? Так, использовать. Змея. Так, орел. Что такое? Лев. Рысь. Короче, кошачья какая-то морда. Так. Ну и все. Ну вот такой был босс. Не знаю, возможно, показалось кому-то он слишком легкий. Но я не знаю, если у вас нет прокачанного вот этого киллера 7 или бабочки, то он покажется вам очень. Так, вот там произошел взрыв. Нам тут любезно скажут, сейчас вот мы подойдем, конечно же, что... Да, кстати, ничего нам не сказали. Я думал... А, вот, завалили. Да, завалили...
нам проход. Вот. Так, этот ствол можно убрать. Он сделал свое дело. То есть вот сколько было сделано нами по нему попаданий. Можно посчитать тот урон, который мы ему нанесли. То есть он у нас сейчас соответствует 25 в огневую мощь, если перевести это. Ну, очень зашибись. Потом, кому интересно, может посчитать, сколько же ему нужно будет сделать таких же выстрелов, там, допустим, из вот этого страйкера или снайперки. То есть количество выстрелов будет, ну, просто, я не знаю, расти в геометрической прогрессии. Так как это у нас самое мощное оружие. И, допустим, вот сколько надо будет сделать хлопков вот из этого говна. Так, что там, кто у нас? А, ну, конечно же, Седлер. What are you talking about? I thought he was with you. What are you talking about? Did you really think I'd trust an American? To tell you the truth, I was contemplating how to get rid of him. But thanks to you, that's no longer necessary. You were just using him right from the start. Oh, I must hand it to you. You've demonstrated quite a bit of promise by killing Krauser. When your assimilation with Las Plagas is complete, I'll have you serve as my guard. Unfortunately, I'm gonna have to decline your generous offer. I have prior engagements. Enjoy your smart mouthing while you can. Так, ладно, обменялись любезностями. Тут у нас такая засада, нас ждут вообще, караул. Ну как? Без проблем. Черт. Как раз вовремя. Извини, плотное движение, я прикрою тебя. Сейчас тут начнется замес такой довольно-таки интересный. На движке игры нам показывают заставочку. Прикольно. Ну тут как, с голливудским размахом, я бы сказал. Так. Эх, летит твою мать. О, давай там. Унесло, все нормально. Так. Так, у меня просто что-то такое ощущение, что я должен туда попасть как-то наверх, но это... Скорее всего, игра за аду. Туда можно зацепиться. Ладно, хрен с ним. Все равно тут нам надо будет продвигаться крайне осторожно.
по чуть-чуть вот, вот из-за этого. То есть прикрытие это нормально будет, но они, количество их будет такое, ох ты, пьяки, твою мать, достаточно. Вот того даже арбалетчика снес, там еще пришел, нормально там прикрывает. Так, давайте, ребята. Еще. Вот здесь вот он, к сожалению, уже не накроет. Так что нам придется своими силами тут. Ну, как-то кучнее, ребята, держаться-то можно, нет? А там с чем? Там дурак с шашечкой. Динамитно. Так, отлично. Нет, хоть что-то нам тут досталось. Он сказал там. Нормально так прикрывает, конечно. Так, там кто-то из арбалета хулиганит. Вон он, хулиганчик этот. Блин, конечно, обидно. А у нас тут не получается собирать все ништяки, которые из них упадают. Так, два выстрела было. Отлично, его там подрезали. Да, тут, конечно, их будет более чем достаточно. Нормально, точно лупит товарищ, мне это нравится. Так, давайте тут вниз сходим, тут еще сагрим. Блин, без вертолета, конечно, тут не то что совсем бы беда, но так, ребята, ну тут давайте уже будем друг другом честными. Ой-ой-ой. Что там такое было? Вот вас бы сейчас вертолёшка бы накрыл. Где вот верещика? Так, вон там что-то. Вот, вкусненькое. Что там? Скоро кончитесь-то. Что-то на одном месте топчемся. Ни туда, ни сюда. Вот, еще отлично. Магнум. 45-й калибр. Это всегда хорошо. Так, ну... Можно так, конечно, можно с ноги пинать, но с ноги не знаю. Там продамажится, нет, эта херня. Так, отлично. Что такое, где это было? А, вон.
Так, ну я вернусь, пройду понизу сперва. Не помню, блин, зачем опять? Ну, что-то... А, ну собрать, наверное, здесь вот. О, собрать здесь. Нету. Не крадутся. Так, отлично. Разнесли этого товарища. Ой. Так. Так, этот не порадовал, что-то у нас ничем. Всегда вот с опасностью почему-то я воспринимаю вот этих безголовых товарищей. И не вот потому, что из них вот может вот эта вот херня вылезти, а просто они тупо могут нанести дамаг. Просто вот подойдут без башки и херанут как следует. Не знаю, с чем это связано. Но был у меня такой момент, когда вроде бы я думал, ну все, товарищ вроде как без башки. Блин, не взять. Так, сюда пока не буду. Опять же, понизу пройду. Все равно мы сюда. Да, заебись, это сучонок. Что это такое-то? Ну, блядь, ну вот, вот вся прелесть пистолетов сюда. Сколько? Тебе надо. Так, а где там это выгонялись? С какой стороны? Я слышу крики. Ууу! Я вот не знаю, я тогда на земле она валялась, я не знаю, из дробаша раз, наверное, 6 выстрелил. Как? И что-то по нолям. Тут хотя бы со второго. Ушатали. Давай, дай нам что-нибудь вкусное. Нормально. Так. Так, вроде как. Вроде как маленечко рассосались они. А, давайте здесь подстреливаемся. А здесь будет у нас повод подстреливать. Ни хрена себе тут у нас. А, бунт на корабле опять. Все травой завалили. Как-то так. Что тут? Тоже пусть так лежит. Так, ну вот маленечко место и освободили. Так, сюда по полной. Здесь так. Все замечательно. Дробовик в руках. И
еще одна травочка. Отлично. Прекрасно. Тут, блин, только сейчас. Высунемся. И да, вот этот вот товарищ. Блять, не знаю, с какой он ебучей стороны нас зацепил. Но это произошло, блин. Так, опять так, и вот так, все, места у нас теперь достаточно. Сейчас где-то здесь должно быть место, да, дамажить нам вот эту скотину жирную. Так, ну сначала мы... Сначала мы разберемся тут. Идет у него техподдержка. Что-то где даже не видно. Хрен с ним. Возможно, у нас наша поддержка справится. А, вон заходит уже. Варина. Сейчас нам вот это вот должно помочь. Как-то он опять тут нас видит. Да, блядь, не то что видит, еще и дамажит. Сука, еще кто-то, блядь, арбалетом херачит. Вот это вот. Сука, невнятка какая-то. Меня беспокоит, мальчуха. Что тут как, ребята? Где вообще вы? О, нормально, подгребайте. Давно бы так. Так, пока не выслался. Вот так вот. Отлично. Вот что вот он еще пытался сделать. Пытался схватить. Так. Надеюсь, мы раскидали его. Всю его фан-группу. Так, и нам надо... Так, нам надо его замочить. Вот где-то вот отсюда у нас. Попробовать выцеплять уже. Вот мы видим. Все, хотя бы... Блядство. Раз он на нас не реагирует... Нет, значит, все нормально. Давай, давай, давай. Твою душеньку, а? Да что ты какой там? Что-то он совсем сдался. Отлично. Что-то у нас тут... Ну ладно. Дробаш пока оставим в покое. Кому еще херачить, что-то я пока понять не могу. Ну ладно, пусть херачит.
Так. Здесь, по-моему, есть место, где мы... А, мальчуха проплыл. Да, вот тут у нас все лазеечки нужно обшарить сейчас. Где тут, что тут, как тут? Вот здесь вот мы тоже не были. Лично пока все влазит, но чувствую уже все. Блядь, это же... Прям что-то над ушами свистело. Причем это от нашего. Так, а нет еще места вполне себе. Нормально. Ладно, что тут? Так, и давайте пройдем в следующий участок. Тут нам уже помощи от вертолета не будет. Тут только все. Все чужое. По крайней мере, накрывают и свои. Хрена себе, там кто-то замахнулся. Послышал. Ты как прошел-то, мудила? Херачат, будь здоров. Так, нет, накрыл кого-то. Все-таки тут есть нам помощь. Ой. Давайте здесь его подождем, пусть он не залезет. Я заколебался тут у вас принимать. Куда ты делся? Действительно, сколько вас еще там, а? Здесь нету. Что происходит, вообще не понимаю. Так, ладненько. Нам нужно маленько... Где идет, уже что-то устал выцеливать, выцарапывать. Так, ну здесь, по крайней мере, по нам не хер. О, красавчик, а. Еще где-то, да что вы. Тоже, ребята, реально не смешно. Он еще пробежал. Блять, надо на ходу было попытаться. Так, надеюсь. Сука! Блять, тут-то еще кто где? А-а-а!
сука, уже задолбало, блять, это вот трескотня в ушах. Ну, наконец-то. Блять, еще-то кто где, а? Так, ладно. Травинушкой закусим, что ли? Все, дайте вниз. Собирать, я не знаю, что там можно собрать. Также босс здесь опять же интересный товарищ с пулеметом. Все здесь будет. Так, понизу, значит, мы стараемся все собрать, ничего не пропустить. Так, и давайте сюда. Все-таки мы что-то там пропустили внизу. Я прямо отсюда вижу. Блять, еще и спуститься здесь нельзя, да что? Вот здесь хотя бы можно. Так. Давайте подниматься. Первый выключатель мы нажали. Да блин, не смешил бы хоть вот этим тарахтением уже. Ну не по кому, так для чего? Я все равно с завидной постоянностью захерачиваю. Так. Чё, все так легко? Это не должно быть. Ну ладно, поверим. Просто ждал какого-то сопротивления. А, ну и тут сейчас мы, конечно, будем прощаться с нашим прикрытием. Нормально так заворачивает их. Спасибо. Давай поскорее уходить отсюда. Это точно. Я знаю отличное местечко. Да. Только-только познакомились и... Я позабочусь о том, чтобы ты был следующим. И вот тяна. Ooh, I'm sorry, Leon. Sadler, you bastard!
It's nothing to get all upset about. Don't tell me you've never swatted a bothersome fly. In essence, it's the same thing. What did you say? Insects' life doesn't compare to human lives. When you've acquired this power, you too will understand. Guess it's another good reason to get the parasite out of my body. I wish you luck. Так, давайте тут маленечко соберем все, что осталось. Так, так, так. Здесь нам можно посмотреть вот на обломки. Так, где-то здесь что-то есть наверху, какая-то блестяшка. Постараемся ее не... А, да, вот она, не пропустить. Так, что тут у нас? Так. Жерелица. Ну, что тут мы? По-моему, будет встреча у нас с Адой опять. Да, и паразит начинает активно развиваться в организме. Вот, вот сейчас попытка подчинить. We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. Так, надеюсь, нам скоро предложат сохраниться. Да, отлично, отличное место, чтобы закончить, и отличное место будет, чтобы продолжить. Здесь мы видим незнамо что, но тут если вот оно затихает. Остатки экспериментов видим. Бля, я потревожил товарища, походу. Да, ну придется еще тут маленечко разобраться с ним. Так, раз, два, вон я вижу на спине у нас получится три, четыре, и наша тактика, не знаю, кто-то, возможно, будет пользоваться другой, мне нравится это. Так, сейчас мы тут обнесем все шкафчики, вот. Так, отлично. Все прям прекрасно. Так. Все прекрасно, если бы вот, да, не этот перегруз. Какой-то, не знаю, страшенный.
Так, так, так. Давайте мы тут еще, наверное, вот этот участок все-таки зачистим. Прошвырнемся по камерам. Тут у нас еще будет один товарищ. По крайней мере, должен вроде быть еще один товарищ. Ну нет, так нет. Так, что такое здесь? Совсем ничего. Да. То еще местечко. Пять патронов. Так, а того мы используем так. 4. 5 в ногу и 6. Мы используем как минимум, да, 6 пуль. Чтоб ушатать этих товарищей. А нам дали всего 5. Круто. Ну ладно. Можно и с 5, используя другие виды оружия. Давайте будем заканчивать. Спасибо всем, кто смотрел. Пока. Увидимся обязательно в следующей серии.